депутатов. Избираться будут они по мажоритарной системе. Кстати, 45 депутатов – это больше, чем в думах прошлого созыва. Меня зовут Захаркин Руслан. Я выдвинут мощнейшей политической структурой нашей страны – ЛДПР. И только, если вы заметили, у меня стоит флажок и партийная символика. Все остальные не хотят показывать свою принадлежность партии. Мне 21 год. Я самый молодой кандидат в депутаты в нашем избирательном округе. Занимаюсь спортом, имею 3-й спортивный разряд по русскому жиму. У нас самая молодая команда кандидатов в депутаты от ЛДПР. Самая лучшая народная программа, которую мы все писали под наши районы. Дорогие жители районов Кунцево, Филидовыдково, Можайске. 14 сентября будет решаться судьба не только наших районов, нашего округа административного, но и всей Москвы в целом. Поэтому призываю вас, все приходите на выборы, поддержите кандидатов от ЛДПР. Нас еще ни разу не было в Московской городской думе. И посмотрите, прошлый созыв, 35 депутатов, 32 партия власти, 3 депутата представители левых фракций. И что сделали? Ничего не сделали. Правильно сказал мой оппонент, что у нас очень много проблем. Транспорт, шумовая безопасность, природный заказник долины реки Сетунь, который все реконструируется и ничего там не делается. Нужно очистительные работы проводить. Досуг. Многофункциональный центр в Кунцево открыть. Очень много проблем, которые будет решать ЛДПР, потому что у нас самая мощная команда. И выборы должны быть только по партийным спискам. Эти одномандатики специально партия власти сделала. Поэтому 14 сентября за Захаркина, за ЛДПР, за новую силу. Только мы изменим и сделаем нашу жизнь лучше, уважаемые москвичи. Спасибо. Спасибо, Руслан Захаркин. Финальное слово.